Сегодня на мастер-классе мы с вами сделаем панно-аппликацию из пуговиц и соленого теста. Для этого нам необходимо будут заготовочки соленого теста, которые делаются очень просто. Ложка муки, ложка соли и ложка воды. И из него лепятся фигурки. Мы налепили здесь ангелочков, кошечек, разные сердечки, пуговки. И сейчас мы уже приступим к работе. На заранее приготовленном картоне вверху рисуем большое сердечко. Его мы будем украшать пуговицами. Их можно сделать из соленого теста вместе с фигурками или взять со старой одежды. Далее в ход идут кусочки фактурных обоев и кружева. С их помощью можно сделать необычную имитацию дороги. Теперь при помощи горячего пистолета приклеиваем фигурки из соленого теста. Из соленого теста заранее приготовили фигурки вчера вечером, чтобы они у нас сегодня высохли. И можно было ими спокойно работать. То есть самые простые, как из пластилина. Такие у нас получились ангелочки, мальчик-девочка и котята. Наше сердечко будем украшать пуговицами. Первым слоем выкладываем большие и плоские пуговицы без ножек. Более мелкие кладем на второй ярус и закрываем ими свободное пространство. Наша картина практически готова, осталось только ее слегка подкрасить. Красить будем двумя цветами. Сначала черной акриловой краской при помощи кисточки. Когда краска высохнет, можно наносить второй цвет. Берем поролончик, берем красочку золотую. И смотрите, что мы потом делаем. Набираем краску и такими не размазывающимися движениями, а вот такими причмокивающимися движениями, вот так вот выпуклые части картинки прокрашиваем. Аккуратно прокрашиваем всю картину золотой краской, чтобы не было видно черного цвета. Для закрепления эффекта места, где золотая краска плохо видна, можно прокрасить еще раз.